Друзья, у нас сегодня день матча. Сегодня Витебский Макслайм принимает Шахтер из Петриковой. Вы только посмотрите, какая атмосфера. Сегодня масса всего приготовлена. У нас есть бесплатная шаурма, у нас есть сладковатые мороженые для детей. Это все для хорошего настроения. Все для того, чтобы на трибунах было максимально шумно и громко. Чтобы все понимали и осознавали, как же здесь здорово. Кого сегодня будете болеть? Макслайм. Смотри, вообще, как тебе нравится атмосфера на стадионе, вот здесь что происходит? Ну, Макслайм хорошо подготовились к игре. Слушай, расскажи, тебе нравится вообще, что сейчас происходит здесь? Ну, очень нравится. Макслайм чемпион! Ты какой раз пришел на футбол? Третий. И, в общем-то, ты теперь всегда будешь болеть за Макслайм? Да. А давно болеете за команду? Ну, скажем так, я следил за ней еще, когда выступает в Рогачеве, ну, а с переездом в Витебск можно было наблюдать воочию. То есть вы такой болельщик со стажем уже? Ну, есть немножко. Слушайте, а скажите, вообще нравится вам атмосфера и то, что происходит? Что делает Макслайм для своих болельщиков? Ну, знаете, это очень неплохо. Здорово, здорово. Слушай, и расскажи, какие у тебя эмоции от пребывания на стадионе? Очень круто, много людей, много бесплатных разных развлечений. Слушай, ты уже успела поесть сладкой ваты? Нет еще. А почему? Потому что очереди большие. Друзья, посмотрите, сколько народа, посмотрите, сколько болельщиков пришло поболеть за Макслайм. Заполнена вся центральная трибуна, открыли вторую трибуну, все, абсолютно все заполнено болельщиками. Это Макслайм и это настоящий фурор.
аплодисменты. Слушай, приходи на футбол, приходи в этой майке, болей за Макслайн.